День Победы – один из самых важных праздников в истории нашей страны. Творческие агитбригады городского округа Люберцы чествуют главных виновников торжества – ветеранов. Как поздравили участника Великой Отечественной войны Игоря Павловича Авдеева, расскажут мои коллеги. Мне исполнилось 18 лет 2 октября 1943 года. А в армию меня призвали 18 ноября. Сразу же 18 лет вот мы призвали в армию. И это, и отправили в снайперское училище. Занимались мы сначала, нас обучали, а потом мы обучали как снайперскому искусству. А потом меня по болезни демобилизовали. В 44-м Игорь Авдеев получил тяжелое ранение и вернулся домой. Окончил Люберецкий техникум и устроился на завод Ухтомского. Свой парадный китель с наградами ветеран Великой Отечественной надевает только по торжественным событиям. День Победы для его семьи – самый долгожданный праздник. Со своей женой Станиславой Петровной рука об руку идут уже 72 года. И каждый год в преддверии праздника они принимают гостей. С наступающим праздником вас! Спасибо. Поздравляем от души. Спасибо от себя большое. Лично, от всех жителей городского Спасибо. Округа. Только здоровья, такого же крепкого рукопожатия. На улице Игоря Павловича ждал еще один сюрприз. Мобильные творческие агитбригады принесли атмосферу праздника прямо во двор, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Вместе они вспомнили песни военных лет. Это день победы! Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.